тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао! Так, Эшли. Луи сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Так, идем во внутренний двор замка. Опа, компас опять такой же. О, торговец, здравствуйте, блядь. Хуй тут сидишь, блядь. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Чернохвост. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Мертвая бабочка. Вдруг оно Ого. Спасет тебе жизнь. Сила 15. Нихуя себе, а что я могу продать? Царинный компас. Драгоценности непреславная сделка. Спасибо. С тобой приятно вести дела. Плевое дело. Так а шо каратель? 1.4. Я продаю много отличных товаров, чужак. Какие у него патроны на нем? Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Да хуй его, чтоб я, блядь, не купил говно какое-то. 1.4 это, сука, ну, компактный мощный пистолет. А каратель, пистолет с отличным пробивным действием, короткий ствол и слабая дача, получается, удобство использовано. Понимаю, для тех, кто ценит простоту и надежность. В принципе, да, ну, блядь, неплохой, но... Ну, блядь, я не знаю, как это... Чернохвост. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Нам все равно, рубины или рванина, разница ли, спасибо. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Ну, пойди вдруг вообще лучше всего, нахуй. Жизнь. А ну, обмен, чё тут? Ох, спину жутко ломит. Что поделаешь? Старость не радость. Карта сокровищ, замок еще и подъедет. Чем еще могу услужить? Блять, давай попробуем. Изумительный пистолет, чужак. Есть лучшее, но этот станет тебе надежным другом. И этот мы продаем, получается, каратель. Готов купить. Спасибо. Улучшить. О, друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Что мы еще можем продать? Нихуя. В принципе. Итак. Чем я могу тебе? Ты только там не убейся. В смысле, а что, я не могу его поставить или он уже стоит? Блять.
стоит. Лазер система соединен. А, только на тот или на тот. Я понял. И хер его знает, что оно лучше, блядь. Прицел мне похер на тот лазерный прицел. Ладно, попробуем. Карты сокровищ у нас нету, поэтому мы бомжевать ничего. Что это за хуй? Двор за теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Арбалеты. Угу. Чувствую, мне там будут не рады. Что это? Явно не для красоты. Катапульта, блядь. Час от часу не легче. Тихо ты. Чего орёшь, блядь? Я, блядь, карманный нож. Ты чё, молодая, нахуй? Вставай, блядь. В порядке? Да, ерунда. На мне мутантов нахуй не надо. Бать, по обойме у них высаживаю. Опача. Патрика в бошку. Тоже зачем паковать арбалет, если можно по идее у них типа пиздануть. Ну и грибов. Понятно. Дурачок. Хуяча, а чё у них нож так быстро тратится на них, пиздец? Что это такое? О, блин, заебись, мне ещё.
Аптечек нету, блядь. Создать я нихуя не могу создать, потому что мне нет нихуя. Ожился. Все путем? Да, спасибо. Черт, заперто. Придется что-то придумать. Блядь. Не, нормально, в принципе, стал такой вроде. Ты в норме? Да. В смысле, что, не открывается? Да и заебали вы нахуй. Ясеньки, блядь. Круто, да? Охуенно, блядь. Метка. Ебать, оно прям... О, боже, у меня что это есть. Блядь, откуда они стреляют, сука? Хуй его знает. Что-то придумать, что тут, блядь, думать? Непонятно, а сюда мы можем спрыгнуть? Давай, спрыгнем. Попробуем. С пушки дверь вынести. А как подняться теперь? Элегантный браслет. Ой, блять, зашел он. Блять, я ящик проебал, ты чё? Бедолага, блять. Вставай, пошли. Подожди, нахуй. Что тут за шляпа-то такая? Почему нас там ебут? О, блядь. Ты что, дурак? Да. А не. Дела не ахти. Да как вы заебали, девы? Блять, да пиздец нахуй. Пизда.
давай, блядь, ствол доставай. Ебать, что я раньше не видел? Вообще, блядь, ерунда. Я не вижу, блядь. Так вот нахуй. А что? Неплохо. Ты бы хоть предупредил? Кого, блядь, предупредить? Так, а синенькие штучки, блядь? Там две штучки, по-моему, осталось. Оттуда так четко было видно, но что-то все. Ну, ладно, хер с ними. Карту купим, там уже что-то сделаем. Так, эти чокнутые фанатики развели свои синие медальоны. По всему замку, видите, их не могу. Сделайте с этим что-нибудь. Хорошо. Попробую, постараюсь, но не обещаю. Ух ты ж нахуй. О. Ого, вот это место. Типа древнее, но... Посмотри, наверняка что-то понравится. Да, блядь, я столько не зарабатываю, как ты начал появляться. Зал для аудиенции. О, только привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Спасибо. Походу, блядь, он мне не надо. Где, блядь, ключ сейчас? Славная сделка. Токен для дробовика. Вот этот материал нахуй. Спасибо. Поосторожней с этой вещью. Все, мы еще чуть-чуть. Нам чуть-чуть. Давай одну эту продам. Нам все. Так-то. Улучшить. Это однозначно мне приказ. Попробуй-ка и это. Все. Обменять. Блин.
Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Что, это все? Ты только там не убейся. Постараюсь, спасибо. Что переживаешь, братан? Хуйня какая-то. Добро пожаловать в мой замок. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь. Без девушки. Мистер Кеннеди, как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Она станет носителем, и ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Сэдлера. Так что... Ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Что это за хоббит, блядь? Леон? Не отходи от меня. Ты хоть предупреждай меня! Берегись! Да ты, блядь, берегись, заебал! Все, все спят. Вставай, не выебывайся. Молодец. Так. Понятненько. Это что такое, блядь? Тоже какой-то ключик надо. Сейчас залезем, подожди. Ага, это сюда надо залазить, чтобы она открыла. Тут какая-то хрень. И там какая-то хрень. Зеленая, зеленая трава. Не открыть. Запрыгай. Верю в тебя. Готово. Благодарочка. Хвалю. Тонешек, папка какая-то. Найдите обходной путь. Ну, уже, наверное, думаю, это сделано. Думаю, можно пойти сюда. А там что? Погнали.
Подожди, он говорил там по замку, типа, везде синие хуйнюшки. Тут нету, блядь, центрального. Нигде не видно. Пошли продавцу продадим эту хуету. Стоит тут, торгуют. Меня там нагибают, блядь. Привет. Что могу предложить? Спасибо. И улучшить. Что я могу? 14 скорострельность. Хорошо. Попробуй-ка это. Приходи в любое Спасибо. Время. Какая-то хуйнюшка. Сюда я, понятное дело, могу не войду. Угу, логично. Ну, сюда я, так понял, так и должен был, походу, залазить. Ебать. Пацаны, блядь. Бедолаги, блядь. Так, записка смотрителя. Я снова проснулся посреди ночи, из подвала доносился все те же кошмарные звуки, будто кто-то скребется когтями по каменным стенам и выкрикивает проклятие, завывая от боли. Ненависть, открывая в этом человеке, могла бы уничтожить весь мир. А, тут еще типа, да, блядь, непонятненько. Хуёво, ребята, было. Блядь, колюч какой-то. Кому не уйти. А тут что? Бедняга. Жестокая смерть. То пиздец. Что это? Да я ебу. Зверушек держит, что ли? Ага. Сейчас увидим. Этих зверушек, блядь. Ладно, тут в темноте кирпичей не наделать, нахуй. Вот эти зверушек, блядь. Не понял, блядь, тут же тупик. Бля, блядь, трон ебать. С иголками. В смысле, откуда звук? Сейчас упадем. О, ключ. Свет потерян. Ёб так и знал, сука. Ебать, ты что такое, нахуй? Он слепой. И чё, блядь, что он слепой? А, типа, надо пройти красный так. Что сюда идет? Не сейчас. Нихуя, блядь. Ебать, он ушатал меня. А его вообще заебашить можно? Блять, по-любому сюда надо, да? Да?
Блять, нету гранаты. Сука. Иди ты нахуй. Почему? Да ебать, ну я ж хочу вернуться, сука. Потрепал мне мази, конечно, блядь. Так, это сразу создадим. А это можно типа сюда. Понятно. Это получается. А ну там еще дверь какая-то была. Можно ли в нее зайти? Понятно, что за дверь. Тут нихуя, да, нету. Хорошего. О, это наша Эшли. Это я, Роу. Что там случилось? Да так. Но насчет зверушек ты была права. Тут я заходил, да? Зашел, типа. Или... Или... Откуда я зашел? Нет, я оттуда спустился. А, ну это надо те, что я видел сокровища, они отмечаются. А те, что типа здесь? Не отходи. Ты как? В порядке. Ну, пока. Это хорошо. А мне уже раз отпиздючили нахуй напополам, причем сломали, так сказать. Шпинель. Что за бутылка? Такие двери стрёмные в таком замке. Что-то непорядок. Ого, ничего себе у него тут. Угу. Блатной хоббит, блядь. Что это? Что такое? Сладкая моя. Так. Чё, нам надо какие-то иероглифы теперь найти? Орёл, олень и змея. Материал у нас есть, давай создадим патрон для дробовика. Давай, пошел, нет вообще. Все на того, блядь, демона потратил. Только получается зря, надо было ему спину стрелять. Ржавый меч. Хм.
Золотой меч. О, должен дохуя подействовать. В смысле, блядь? Это так можно отработать? Чё, блядь? Нихуя не понял. Использовать. Ага. Железный меч. А, типа, чтоб оно открылось? Никак. Типа, надо... А, сюда нам уж переставить. Я понял. Не получилось у меня пиздануть их. Так, а куда какой? Ну, у меня, в принципе, два варианта есть. Оружие нельзя. Хуй его, давай так попробуем. В смысле, блядь? Я понял. Типа железными, грубый железный клинок затуплен, поэтому... А, блядь. Нихуя я не понял, блядь. Типа надо мне выставить как-то их. Ну, типа у царя должен быть золотой меч, правильно? Золотой. Блядь, ну я его, по-моему, тут и забрал. У этого стальной. А вот тут, ну, ржавый, по идее. И чё? А тут какой? Что ты как будто мне хочешь что-то сказать. Вот. Очень интересно, блядь. Ну ебать, как я нихуя не могу понять. Блядь. А если мы отсюда можем нахуй съебать? Назад. Типа, она пойдет. Нет. Она не реагирует, значит. Мне там надо что-то, блядь, сделать. А нет, конечно. Просто дайте мне хоть подсказку какого-нибудь картины, блядь. Олень. Что тут делать, мадам? Попробуй пострелять по гонгам. Ебать ты голова, нахуй. Что это такое, блядь? Так, змею вижу, блядь. Олень, нахуй. Где? Олень я только что нажал. Теперь мне... Ну нихуя ты, блядь. Головешка, блядь. Ой. Окровавленный меч. А это для чего? Это не боевое оружие. Просто копия. Это типа для пыток какая-то хуета. Так, все, ничего. Так, окровавленный, да? А, ну туда мне просто, получается, его сюда надо вставить. Блядь, так нет. Ну ладно, давай проверим. Этот золотой. Эти картины, тебе не кажется, что они связаны так с сюжетом? Вот мне кажется, вот этот нам поменять на вот этот. Теперь сюда обычный ставим, железный. А сюда, ой, окровавленный, типа, что они воюют. Опача. Похоже, ты был прав. Ясен хуй. Голова нахуй. Ты
крутой браслет. Неплохо, неплохо. Так, что у нас тут? Так, объединим. Блять, что-то. Блять, ну ладно. Средних размеров змея с уникальным узором. Вкрапинку ее можно съесть, если удалить ядовитые железы. Можно использовать, чтобы восполнить запас здоровья. А, ну, в принципе, сожрать можно. Типа, тоже неплохо. Погоди, но мы же уже были здесь до этого. Мы сделали круг, что ли? Получается, да. Идите во двор. Ой, блядь. Сейчас, подожди. О, нихуя себе. Даже не пытайся повторить. Я? Ну да. Леон, сюда. Куда сюда, блядь? Сейчас, подожди. Иду. О, давай, булочка моя сладенькая. Спасибо. Леон, ты чего? Что на тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Ну, блядь. Тебя спросить забыл. Я могу себе позволить, бля. Угу. Что это какой-то, блядь, Соник и змея? Тут я что-то видел. А вот и Соник. Ага. Это олень. Можешь мне на ту сторону, а потом обратно, типа. Нет, я тут не могу перейти. Поэтому давай я попрыгаю еще раз. Что за, блядь? И тут какой-то Соник и олень, блядь. А, ну вот оно. Я могу так. Секунду. О, хуя ты, блядь, голова, нахуй. Так, сейчас, подожди, надо обратно. Постой, Леон! Так, подожди. Я тут потерял просто. Чё ты бегаешь? Нормально там все стояло. Так, тут что-то есть? Нет. Ну тут типа есть, но как-нибудь туда добраться. Это типа на первом этаже, да, а я... Да, блядь, на втором. Так, опять можно патрики сделать. ПП. Херов, давай, нет. На, создать. Все, спасибо. Приветствую, мистер Кеннеди. Ты готов передать девчонку? Как же ты достал. Я взял на себя смелость подготовить для тебя развлечения. Вашему вниманию, отважный рыцарь спасает принцессу. Так, подожди. Надо в эту комнату, наверное. О, сохранялка. Жизнь паразитов. Некоторые виды паразитов умеют управлять поведением своего носителя. Все факты известны многим биологам. А, понятно все. Как бы это... Не биолог, нахуй.
О, ручная граната, да, нормально. Так, машинка. На всякий случай. Что это за дверь? Понятненько. Заперто. Ну все, тут нам, походу, сейчас поездарики. Страшно. Угу. Постамент. Они уже здесь. Кто, блядь? Не соскучишься. Что это? Эшли. Эшли, хули ты лежишь такая, да? Отдыхай, блядь. С дороги. Цела? Да, в норме. Мать, ты-то какого хуя тут лезешь? Им, блядь, молись там себе потихоньку, да. Нет же ж, блядь. Ты в норме? Да. Да. Спасибо. Переживаешь, конечно. Так, да, создать. Создать. Так, а куда мне, наверх или вниз? За бассейном, блядь. Хуя сейна. Мне надо будет... А, наверх я и попаду. Тут где-то молится. Я тут так нихуя не сделаю. Я как я умею, блядь, ты понял, блядь? Застряли палитки, блядь, на нахуй.
падаете. Да, блять, как вы заебали. Он, в смысле, он ее припиздячил? Ебать, охуенно. Охуенно, блядь. Блядь, а ну хоть на первом этаже. А может их тогда нехуй по башкам хуярить? Чтоб они не превращались? Ебать, а им похуй, не превращаются. Прикольно. Не то, что там Калиста протокол за бабки 20 видов смерти тебя добавляет. Тут он бесплатно, блядь, добавляет. Ничего, нормально. Ты, блядь, откуда же взялся? Сука. На нахуй. Эшли, блядь. Спирайся где-нибудь. Всем Патриков. Угу. Нет, потерялов. Тут отдыхаешь. Спасибо. Что хоть даете, да? Опа, опять какая-то хуета. Так патров дают много, аж. Не, это, конечно, хорошо, блядь, но нихуя хорошего, походу, не будет. Ну, дай колесо свое. Статуя. Круглая рукоять. Спасибо. Что нужно? Где я видел? Где-то же здесь я видел. А, вон. Блять, хитрожопый замок, блять. Знаю, что нет, блядь. Блядь. Уйди оттуда, дура, блядь.
Йоу. Ты, блядь, куда лезешь, нахуй? Блядь, там пресса. Пресса, говорю, срочно прирезать. Колесо забери, торговца. Рано радоваться. Чего ты, блядь? Блядь, еще я возле вазы стоял и не увидел. Все, пойдем смотреть, потому что, в смысле, а что с тебя, нет ничего. Что-то можем крутить? Скрытая платформа? Как-то уж чересчур, нет? Так, Патрике. Ай, блядь! Ах ты, сука! Круто, да? Просто
блядь. Путем? Да, спасибо. Чё, погнали. Так. Материалы создать. Гранаты. Сколько у меня гранат? Блять, почему, сука? Ладно. Одна граната. Да. Ну ладно, все будет. Типа. Понятненько. Идем. Ладно. Шо, ладно. Открывай. Не болей. Вроде пришли. Все в порядке? Вроде бы. Волнуйся не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненок. Уймись, дитя. Эшли. Стой! Черт!